недели, и осы никак не дают пройти. Подальше убрать, это тоже убрать велосипед. И вот здесь вот выбирать должны приехать, это размонтировать. А они в земле. Все взяли, вот эта зелень остается. Ну что, вон они осы. Погодятся, мы туда отработки налили. Вот сейчас. Ну, дело-то мне дали немецкие спички. Это дело оказалось посложнее. А это не бензин. Она не горит? Не горит. Я об отработку-то и не знал, что она такая. О-о-о. Так это у нас еще ничего не получится. Надо бумажку. А? Бумажку, она должна гореть-то, по идее-то. Бумажка не горит, это значит что? Бумагу надо, бумагу. Это надо ему жар большой. Да. Вон они прилетели сколько. А как это сделать? У нас же бензин где-то был. Ничего у нас не получилось. А где же у нас бензин-то? Бензин у нас в комнате отдыха, в лагере стоит. В комнате отдыха, это далеко. А что же такое? Ты никак не ожидал, я такое напрасно. Все, совсем не горит. Это... Ну что, может газетку принести? Вот там газеты есть. Где? Ну вон там. Там внутри, это в подвале? Нет, рядышком, где окно открытое. Так это что они, разве... Никак я не ожидал этого дела-то. Бумага просто. Просто бумага. Я думаю, вот газетки нет, это же газеты. Везде все газет полно, а вот тут нету. Нашел, нашел! Нашел! Геннадий Иванович? Что это? Не очень-то много, но... Да как же так-то? Я так и считал, что отработка это масло. Это горючее вещество. Вот понимаешь, как знания нужны везде. Там-то у нас есть бензин был, он вспыхнул и все. А здесь нет. Слава Богу за все. Интересно, подал газетку, а газетка что-то вся молитва на вхождение в новый дом. Даже жечь невозможно. Откуда это? Вот что. Приходская жизнь как общественное явление. Приход в новом храме. Демографические проблемы, о любви. Даже жечь боязнь. Это валялось внизу. Ну ничего не делаешь. Вот оно. Какое дело-то. Это я возьму себе. А то жечь не буду, тут божественно. Ну еще у нас получилось. Да.
Может быть, она от того, что разожжется. Ну и на что у вас им не нравится, прилетели. Не подойти нельзя ничего. И тут стоит пасека. Я гляжу, вчера там пчел меньше, чем мед. Они мед таскают, с пчелами бьются. Сейчас завопят некоторые. Ой, ос уничтожают. Да разве это можно? Ну то есть сидят там, они больше ничем не занимаются. Лодыри дебильные. И они это все коптят. У нас, вы видели, как мы от шершней избавляемся? От них никак не избавишься. Я здесь поместил рядом ролики за границей, как обращаются там, выжигают их. Они ничего не понимают, эти люди. То есть совершенно ошалевшие. Непрерывно матерятся, заходят, да как это шершней, да разве можно? Ну, то есть полностью опупелые. Вот это надо было расковырять. Риска расковырять. Лопату надо. Где-то лопата тут есть. Вон, 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 вон. Я сейчас лопату-то если начну тут, она погаснет. Я вот чего боюсь. Сколько их тут? Это они уже вылетели. Они ужалить могут. Вот надо бензином жечь. Это ерунда. Не пойдет. Видишь, сколько их? Надо утром рано, когда они спят. Все, уходим. Не получилось у нас. Хотя можно было. Вот это вот горючий или не горючий материал? Банка могла бы гореть она? Если зажечь ее попытаться. Пластмасса горит, да. А ну-ка, положи, у тебя под еще. Начали нападать уже. Осиное гнездо, как говорят. Все. Расшевелишь, то все беда. Вон сколько их тут. Десятков. Не одна сотня. А курочки спокойно клюют, беззаботные. Севечков, жучков всякие собирают. Вот. Вон главный их петух ходит. Сейчас этот... дать им такой дым. Там их загасло уже все. Тут единственное, Игнать Ильич, столб деревянный. Столб-то сухой деревянный. Ну еще. Дальше-то хоть некуда идти. О, сколько их там. Ой-ой-ой. Лежал сколько их? Сейчас. Сколько их тут?
сырое. Сырое. Не горит. Я хотел банки разные накидать туда же, чтобы загорелось. Она туда капать будет. Ну-ка, загорится, нет? Сейчас еще принесу баночек. Да, опасно находиться рядышком. Вот как они жалеют о своем доме, что горит у них. Думал, все, конечно, на свалку вылезло. Я это не видал, подцепил. Сверху-то лежало там вроде горючее. На самом деле.
по-моему, она у нас ясна. Смотри, их сколько. Да. Ну а как вот, вот бензина-то нету. И сразу все стало. А это все сырое, утром роса. Ну дым этот им не нравится. Нападает, наверное, догадываются. По шапке ползет. По шапке. На осле? Летел. Хотели уничтожить их. Но у нас не получилось как надо. Это такая тварь, что с ней бороться надо очень серьезно. Вовремя. Доброе утро. Здорово. Я думаю, кто-то устав нарушает. Невозможно подойти. Да? Сколько бьемся? Два гнезда, видимо, здесь. Две норы. А бензина нет. Из норы прям? Подзи... А? Из норы? Из норы, там две норы. Угу. И сколько не бьемся, мы вычистить не можем, подойти не можем, а нам ходить надо. Ну тогда ладно. Бензин-то был бы, мы бы копнули, а мы туда этот, отработку-то плеснули, она не горит. Не горит. То есть она горит при большой температуре, наверное. Видишь, что делается. Да. Осы прям, да? Ну да, осы. Ну вон, вон, види сколько. Ага. Смотрите, чтобы не покусали. Разное тут упало, нашли вот такую штуку. Тут резина, банка. Угу. Сейчас все нажали. Тебе до куси достанется. Пролито этой отработкой. Ну. А горит-то не горит, как следует. А когда так-то мы плескали, туда бензин-то, она сразу вся там обхватывает пламенем. Ну она что, она на меня нападает, а не на туда. В огонь-то они еще полезут. Умная тварь. И огонь-то небольшой, ну летает прям над ним. Ну. Так. Ну, а вот если я вот так вот приму. Помоги, не знаю, смотри. Баба. Вот так. С ними воевать. Ну они по одной летают. Они бы кучей сели, я бы их лопнул. Надо подсказать им. Мы стоим на страже, ничего не загорит. Ну да, ладно, я и пришел проверить, думаю. Принес от Павла два мешка, думал, там бумага. А там сверху лежат, а дальше проволока всякая накручена, их надо на свалку тащить. Mm. О, смотри, сколько их. Бензин-то он тоже, он пыхнул и все, и, да? И прогорел очень быстро. Может быть, прогорел, чтобы... он сжигает, температура большая.
он мгновенно загорается. Там их дупло плескали, она в дупле, все там буквально взрывает его. И все, больше их нету. А это, не знаю, еще будет. И мы пришли-то не вовремя, когда они уже вышли. Спекете их и все. Все равно должны спечься. Они, вот у нас они все туда лезут. Гнездо было большое, как мы. Большой бачок с кипятком. Рядом покрышка. Натащил лопату, подошел. Один открывает в масках. Я его как резанул, и гнездо упало, и крышкой закрыли. А, ну хорошо, отлично. А шершнем вообще. Шутки опасны, да? Там вообще никак. Ну видишь, это они по одной летают кого-то. А у меня было там небольшое гнездо под шифером. Я шифер перевернул, бензинчика просто плесканул на них, и они сразу просто вот так все, ну, и да. Все. Умерли просто от бензина, без всякого огня. Осы. Зачем шершни? Шершни? Да. Они вот так вот застыли прям все. Но я потом еще подошел. Да, там такое-то где-то холодно было. Днем их много. Они на заработках. И в это время возвращаются. Ну, во всяком случае, это им тоже не делайте не... что-то, но аккуратно. Все. Ну, сколько я их убил-то, смотри. Оказывается, тоже это не любят. Как сядет сейчас побольше. Хотя бы по три штуки бить, и то можно побить. Но, во всяком случае, это им уже тоже предупреждение. Последнее серьезное предупреждение. Это, видимо, пасынок был. А? Пасынок был, видимо. Вот они. Вон они прям лезут. Все, спалилось. Где они как туда настырно лезут? Видать, у них там дети. Вот. Это надержит. Вот, привязано. Это тоже надо было как-то нам. А как узнаешь, под землей все это. Вот это такая борьба, неумелая, нужно сказать, по-другому никак. Проще было утром рано, заранее прокопать, вечером раззадорить их. Они долго не спят, советуются, ложатся спать. И утром на рассвете напасть, ну как напал Гитлер. И вот так напасть на них было, когда они спят. Да еще под выходной взять.
на выходной. И у них что-то тут бы это по-другому было бы. Что-то загорелось. Это очень хорошо. Ну, жалко, что нету тут ничего такого больше. Обнаружилось. Смотри, как она быстро бутылку. На бок сворачивается и нету. О, какой валик у него здесь. Там можно кое-что вырезать с него. Баночка можно любить. Маленько простали мешки. Вон. Под ногой еще. С осами борьбу вести сложно. Они быстро плодятся. Мы там работали, но он задел гнездо. Бульдозер. Они не понимают. Я ему машу, закрывайся в кабине. А они вокруг полетали и падают на нож. Ну, нож виноват-то. Правильно. А Владимир-то Иванович ни при чем тут совсем оказался. Это место-то мы выжигаем. И туда тоже проникает что-то вовнутрь. Все равно это им не в радость. Вот так вот мы боремся. Все не можем будет тут подобрать. 2 недели посчитай. Они нам тут мешают и ничего не можем сделать. Не подпускают. Даже ко мне залезла, носок ужалила несколько раз. Все, однако, я тут недалеко буду, буду наблюдать. Ступай, рви траву, а я тут займусь своим делом.